Можно поделиться впечатлениями от сегодняшней игры? Насколько победа была сложной? Ну, за победу боролись, старались, так скажем. При своих трибунах надо, я думаю, побольше, как можно больше выигрывать. То есть поймали этот, скажу, кураж. Делаем правильные вещи, забиваем, большинство реализовываем. Ну и ведет это все к успеху. Кирилл, что подарили болельщики, во-первых? Интересно. Болельщики поздравили с первым дублем. Вот. Соответственно, спасибо им большое, что поддерживают, ходят на нас. Всех с победой. Сегодня устроили сюрприз для них. Обычно вы вдвоем с Егором Яковлевым, тут у вас уже становится больше. И меняется формат шоу. Ну, я подумал, что я все остаюсь. Решил еще с той игры всех попросил остаться. То есть и тут Костя Глазычев тоже, ему понравилась эта тема. И он начал предлагать идеи, и мы с ним так скооперировали. И, как я ему сказал, осталось только выиграть. Ну, то есть и в дальнейшем будет меняться формат? Я думаю, да. Ждем аншлага, и чем больше людей, тем больше интересного. Спасибо. Пожалуйста.